Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем в Dark Tide. Свежее обновление. Апрельское. Путь искупления. С пылу с жару. Посмотрим, как оно пойдет. И чё там завезли. Ну, скорее всего, ничего особенного. Глободир только. И возможность изменять свою внешность. Но зато главная часть это будет искупление. Вот оно, кстати. Новый способ получать награды. Очки искупления теперь будут накапливаться на шкале прогресса из более чем 40 ступеней, разблокируя награды для игроков. Новый центр искупления на Morningstar. Гестия будет записывать искупление отверженных и сопровождать экипаж по голосовой связи во время миссий. Более 200 новых искуплений. Игроки могут выполнять множество новых искуплений, появившихся в игре. Искупления будут разделены на новые категории. Более 100 новых наград, которые можно заработать, включая новые знаки различия, портретные рамки, эмотиконы, позы, побрякушки для оружия и украшений, например, формы лоялистов и 6-го мебианского. Новый тип награды – титулы. Теперь игроки могут похвастаться самыми впечатляющими достижениями. Улучшенный интерфейс и меню искупления. Теперь игрокам проще будет отслеживать искупление и прогресс по пути к наградам. Новые головоломки, испытания и коллекционные предметы. Мы добавим несколько головоломок в Ули Терциум, чтобы игроки могли найти их и решить. Дальше. Ну что, токсичный взрывун. Отверженные. Докладов о культах становится больше. Слухи о назидании эхом звучат в темных углах и передаются по глохнущим вокс-каналам. Мы только что потеряли 3 ударные группы в песочных часах. Сообщения были противоречивые, но мы получили отчеты об облаках ядовитого тумана. По всей видимости, противник научился использовать его в качестве оружия. Вы думали, психи с зажигательными бомбами – это проблема? А что вы теперь скажете, когда ваши легкие наполняются ядовитым газом? Лучше держитесь подальше от этой напасти. Интересно, оно такое же, как у близнецов Карнака, когда оно травит, причем фиолетовым, караптит или нет? Давайте дальше. С экологией совсем все плохо. Появился чумной газ. Отверженные. В Терциуме замечены облака чумного газа. Думали, что знаете все улочки? Улочки улиц, как свои 5 пальцев? Вы ошибались. Отравляющий газ появится там, где вы его меньше всего ждете. Ударной группе придется двигаться максимально быстро. Разведчики докладывают, что газ извергает омерзительные демонические наросты. Берегитесь их, и да пребудет с вами император. Задержите дыхание. Как вы это делаете в игре? Очистите разум. Кралл и Сифонин недавно открыли совместное предприятие «Стирание личности». Отличный план. Отверженные смогут заглянуть к Краллу, где он и Сифони неустанно трудятся, переделывая все аспекты разума и тела своих клиентов. Запустив стирание личности, вы сможете изменить своего оперативника как в редакторе персонажа, создать новую предысторию, полностью изменить физиологию, включая тип тела, рост, характер, имя. Это нужно читать как там, не знаю, «Иисус, твой друг!» Поскольку для операции потребуются ценные кристаллы призматы, игроки не смогут пройти этой услуги бесплатно. Им придется расстаться с заработанным потом и кровью ярлыками Ордо. Во время миссии подъемная платформа Крал и Сепани будут периодически связываться с оперативником, чтобы помочь эффективно перехватить партию кристаллов. Главное, Мору не говорите. Подъемная платформа только один. Только одна миссия такая. Извините. Вот те раз, да. Это забавно, конечно. Ну, давайте, посмотрим. Я надеюсь, что они все-таки сделают Hard Mode миссию как спешл для аурик подсекции сложности. Смотри, что-то я там заработал. Ох ты, как прекрасно. Ох ты, как прекрасно. Хорошо. И чё это у нас понадавали? Фига себе. Это у тебя туда. Ох ты, какая красавица. Давайте посмотрим. Ой, ты, ох ты. Soldiers of the Blessed Emperor. I am Hestia Prime, a daughter of Messalina and representative of the Holy Inquisition. It is my solemn duty to stand in witness to your deeds
and to record the penances you undertake. History shall remember the martyrs who fell in Atoma's defense. May Saint Messalina walk ever beside you in the Emperor's light. Though it take a lifetime of blood and strife, Atoma shall be free. Tell me, what penances have you undertaken lately? Давайте посмотрим. Ух. Я что-то навыполнял, что навыполнял, непонятно. Можно? Да, это было дело. Это было дело. Это скорее повторение просто, то есть они чисто перезапускают весь этот цикл. Окей. И трит, смотри, сколько всякой забавности. Ну, тут чуть-чуть осталось, да. Расследование. Разве я не выполнил? Огрин. А, Огрин. Сейчас посмотрим, что тут еще. Ага. Четыре раза ящиком полным боли. А там всего два раза можно скинуть. Или это что у вас там такое? Ну, надо тупо выполнять эти. Что это такое? Ух ты ж. Это типа за вот это вот можно все получить, да? Псайкер, требования псайкер. Это фигня, конечно. Огрин большой, Огрин лучше, да. Фига себе. Но он был... Грузчик, блин. Грузчик, парень работящий. То есть чисто теоретически можно это все купить. Да? Вы хотите так сказать? Бляха-муха, что-то как-то очень дорого все. Как это работает-то? Tell me, how does it work? То есть тут как-то выполняешь все это дело, и потом оно выкупается, да? Непонятно. Или это... Так, получить награду. А, то есть я вот это все... Подожди. А, это как Battle Pass получается такой. Ага. Ну да, то есть... Прикольно, интересно. Так, один момент. Леденящий взгляд, ух. Рюкзачки пошли.
Тут еще долго. Ага. Ага. Мне кажется, что... Или я это уже получал, или непонятно. Сейчас бы завелись вещичками, да? И еще один. И еще чуть-чуть. Слушайте, ну сейчас есть какой-то стимул получать эти самые, делать искупления. По крайней мере, это становится веселее, чем просто. Ну, тут какие-то простые есть, что вот... Хотя тоже, конечно... Посмотрите. О, это то, что интересно, это, наверное, то, что по базе какая-то. Вот это вот, и остальное... Так, это 13-13, ух ты ж, блин, какая... Блин, с учетом того, что я все это сделал давным-давно... Пять раз, да? Как-то так все это даже смешно, смешно. Ветеран. По крайней мере, теперь стало яснее видно, что надо делать, а не вот это вот все фигня. Пу-пу-пу-пу. Прикольно. То есть есть стимул играть дальше. Вот, по крайней мере, вот они наконец-то сделали нормальное меню, и теперь можно... Реально следовать тому пути, который... То есть не пути, а как бы тому... Короче, появляется момент прогрессии, и это заставляет тебя так... О, давайте попробуем, сделаем. Это просто не считалось. Короче, все это настреливать опять надо. Какие... Нехорошие люди. Почему мы не могли сначала эти ачивки сделать, а потом уже все остальное? Ладно. Так, хорошо, 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 хорошо. Бочки. Это что у нас? Карабкающие врагов. А вот как оно интересно? Это, видимо, какие-то вещи, они... Какие-то вещи запоминались, записывались, а какие-то нет, какие-то новенькие. 120 врагов за 30 секунд. Таким. Это нужно. Это явно нужно при каких-то больших наслоениях людей, скажем так. Угу. Ну, 20 врагов. Выстрелы в голову. Ядрит Мадрид. Вот это самое непонятное. Так, что там у еретики? Он не схватил никого, но это было дело. Это тоже это, чисто теоретически все эти вещи во многом должны были быть уже заявлены, так сказать, сделаны. Ну, Ауспекс, ладно. Череп мучен. О, вот это вот интересно. Смотрите, вот так, задание, ладно, это все фигня, 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 фигня. Золото, не золото. Аурическое. А, ну это... Окей, это все вместе будет выполняться. А вот исследование, это что-то такое веселое. Это у нас эти самые... Господи, боже мой, что за слово паразит?
Это районы, то есть HL 1621, HL 1736, HL 1866 или наоборот. Ну или наоборот. Так, я уже не помню. Ну, вот. Да, но, скорее всего, тут по-другому идет. Но, тем не менее, вот это вот карнавал, это 7004, совершенно точно. А разлом это 1621. Потому что там и логистратум разлом, и станция разлом. Вот, поток я уже не помню. 36, наверное, это все-таки относится к HL1736. Металл. Ну вот, видите, да. Вот, 1866, да, вот это вот. 18-е, 17-е, это 16-е, 18-е, 17-е. Это у нас 32-я. А это у нас Юмсикракс. Это 19-я, да. Вот. И тут что-то надо сделать. А что надо сделать? Череп мученика, окей. Непонятно. На раздаче. Идолы еретиков какие-то тут есть. Ага. Ну, задание окей. Да ладно. Череп мученика это. Это какая-то хрень еще, то есть, получается. То есть, вместо книжек будут череп мученика. Ага. За 5 секунд спайрс. Все три образца инфекции за 5 секунд. Но это тупо догнать всех наверх, а потом открыть. Большой вентилятор в событии с ретранслятором. Вот это вот что-то я не помню такое. Тронсайд. Непонятно, неинтересно. Идолы, 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 идолы. Синие бутылки какие-то. Интересно. Так я ж это сделал-то, ребята. А, то есть, может, я... Непонятно. Я, наверное, это сделал, но я этого не сделал так, как надо было это сделать. Активировав ограниченное число мин, не более трех. Что-то какое-то задротство. Окейшки. Подъемная платформа. Что там у нас? Ну, это просто выполнение. Выполнение. Окейшки. Кишки. Все это что-то не очень понятно, но понятно. Понятно, но непонятно. Я могу что-то получить награду? Я могу получить награду, потому что я забыл, что это надо было еще. О, как, смотрите, а, веселуха какая. Оперативник. Давайте глянем. Что-то мне понадавали уже, а? Но такое себе. Меняет голос игрока. Это прикольно. Окей. Так, давайте, может, кому-нибудь. Нет, интересно. Так.
Интересно. Интересно, как будет. Ну, такое себе, конечно. Меняет голос? Почему? Интересно же. Почему она меняет голос? Ну так себе, окей. Торсик. Так, что-то понадавали, вот такое вот понадавали. Чтобы просто вот... Ух, какой силач бомбола. Поднял три стула. Поднял кровать. А соломинку не смог поднять, как говорится, да? Окей, ладно, пускай будет так. А это что у нас такое все? Да. Так. Мил и громила, да? Ага. Ты у нас танк, правильно? Ну, можешь пару уже дать, да. Так, что там еще интересного? А, лопата, это мои лопаты. Окей. Так, в остальном все довольно просто. Ладно, давайте пройдем одну миссию, пробежимся. И... Расследование, да? Посмотрим, что у нас там на расследовании-то. У меня тут просто файлик есть, который... на котором все это дело записано. Диверсия. Хаб Дрейк, например, расследование. А, Хаб Дрейка. Кстати, его мало, этого расследования, это все. Очень мало, кстати говоря. Вот Хаб Дрейк надо поискать. Так. Вот Дрейк. О, кстати, да. Поехали, посмотрим. То все готовы, да? Ветеран, ветеран, ветеран. Так, что там у меня по снаряжению-то вообще? Yeah, Loki all does. Так, что там у нас? Я с дробовиком. A lot of new helmets.
And the one who always courted, novitiate, nor your presence. Успевайте, что там говорить. Отверженный слуга Министориум. Вот, снова немножко. Пам-пам-пам-пам, побежали, побежали. А, блин. Вернулся, заразу, а? Ребята, не отвлекаемся. Блин, что ж такое-то? Как вы не можете этих убить-то? Просто отступить надо. Шары, блин, попались. Где этот Маркус-то? Маркус, наверное, уже давно не... Не, он там... Ну ладно, сейчас толкнем, в любом случае будет весело. Да... Ну реально, чё мы застряли на это? Чё вы такие крутые пошли на Аурик? Ни хрена не можете сделать издалека. Там снайперы стреляют, они... Чё вы делали? Чё вы там стоите, блин? О, зато можно получить какую-то новую награду. Ну, конечно, приятно. О, верно, защитник. Чё я это сделал? Вот так вот она работает. Как-то так. Ну что, занимательно, занимательно. Будем выполнять.